Дмитрий Моисеев, номер 74, Москва. Андрей Скоровный, номер 75, Москва. Скоровный выглядит нескромно. Нарядно. Спиной к залу. Двойной бицепс. Спасибо. Широчайшие. Спасибо. Бицепс сбоку. У меня такое ощущение, что я вижу Ронни Кольмана в миниатюре. Спасибо. Спиной к залу. Скажи ягодицы, как у Кольмана. Вот они. Двойной бицепс. Спасибо. Широчайший. Спасибо. Лицом к залу. Трицепс. Спасибо. Пресс бедро. Прогни ногу. Спасибо. Спасибо. Широчайшие. Спасибо. Бицепс сбоку. Спасибо. Спиной к залу. Двойной бицепс. Ножки, ножки сядьте. Спасибо. Широчайшие. Работай, работай. Спасибо. Лицом к залу. Трицепс. Спасибо. Пресс бедро. Разми ногу, вот так. Спасибо. Спасибо. Широчайшие. Спасибо. Бицепс. Спасибо. Спиной к залу.
Давай на бицепс. Спасибо. Широчайше. Спасибо. Лицом к залу. Трицепс. Спасибо. Пресс бедром. Прожми ноги. Спасибо. И на сцену. Спасибо. Бицепс. Хорошая, ровная категория, приятно смотреть. Да, поддержите аплодисментами. Сильные спортсмены, вся шестерка. Спасибо. Спиной к залу, двойной бицепс. Хорошая задачка для судейской бригады. Посмотрим, как отработают. Спасибо. Широчайшее. Спасибо. Лицом к залу. Трицепс. Спасибо. Пресс бедро. Спасибо. Минута свободного позирования.
меня. Я думаю, что это самый сильный финал всего нашего чемпионата. Ровная, сильная, я уже сказал, шестерка спортсменов. Ну, посмотрим, как распределяются места. И сейчас пройдет церемония награждения спортсменов в категории бодифитнес до 163 сантиметров. Я прошу подняться на сцену для участия в церемонии награждения Татьяну Михайлюк. Вся категория, на удивление, несмотря на то, что она сложная, была распределена всеми судьями практически единогласно, и разница в сумме баллов очень существенная. Вот разница между первым и вторым местом 10 баллов, это высокий разрыв, и серебряным призером, вице-чемпионом Москвы 2011 года становится Аркадий Карташов, номер 87. Спортсмен из Москвы, номер 75, Андрей Скоромный. Алексей Киреева.